Здравствуйте, я Ени из Индонезии. Я хочу поздравить с Днем Победы. Этот праздник с каждым годом отдаляется от России. Но они никогда не забывают и не забудут о подвигах и героической борьбе, которую вели из акции «Братья и сестры во имя мира, свободы на земле». В этот день особенно хочется пожелать всем мира. Ведь нет ничего дороже, чем человеческие жизни. Пусть никто и никогда не постреляет от войн. Пусть всегда будет ясное небо и яркое солнце над головой. В современном мире, полном различной мудрости, давайте все вместе молиться, чтобы устоять и выжить в тяжелое время пандемии. Обрушившись на Россию и тоже весь мир,